прошло разведение сил на нескольких участках, да, худо-бедно. Я увидел комментарии, некий генерал Микоц есть у них там. И он, в общем-то, про разведение сил говорит конкретно, что успокаивает общественность украинскую, что отвод на несколько сот метров ничего не решает, потому что все контролируется под огневым воздействием, вырублены леса. Это что касается там участков на Луганском направлении. Поэтому, то есть, он девальвирует фактически разведение сил. Украина предлагает новые участки, учитывая, что они съели практически всю серую зону. Не будет ли выглядеть будущее разведение сил, да, гипотетически, где-то, что будем отходить-то в основном мы, потому что они будут отходить из серой зоны? Ну, насколько я знаю позицию наших корпусов, и Луганского, и нашего Донецкого, то мы тоже не особо настроены на игру в поддавки при всех наших нюансах, особенностях. Я не думаю, что мы будем играть в эту игру в одностороннем порядке. То, что Микоц говорит, ну, совершенно правильно говорит. Он четко и объективно характеризует сложившееся положение вещей. Он не лукавит, он действительно успокаивает общественность или не успокаивает. Он однозначно говорит то же, что говорили и мы. Что все эти разведения, которые Украина тут демонстрировала, это на самом деле бутафория, это фикция. Они ночью загоняют на позиции бронетехнику, а утром ее под камеры отводят, якобы не произвели разведение сил. То есть мы это видели, мы это знали. И то, что тот же Олег Микоц об этом говорит, это как бы свидетельство того, что он просто, хоть он и враг наш, и противник, но он своими словами называет те вещи, о которых мы только предполагали и говорили. Мы, конечно, можем по-разному относиться, но я знаю, что вот мы с ним воевали, например, с Микоцем. Он стоял напротив меня в самые жаркие месяцы 2014 года. Он был командующим, по-моему, 93-й мотострелковой бригады, и до того, как его перебросили командиром там, дивизии в Десну. И мы с ним прошли весь этот жесткий этап боестолкновений. Это мы его порядки разрезали, это мы его из Ясиноватой выбивали, это мы с ним воевали в позиционных наших, так сказать, столкновениях, это мы отдавали, забирали позиции наши, мы людей теряли, мы договаривались об обменах и пленными, и о том, чтобы вытаскивать с поля боя наших погибших ребят и раненых ребят. Лично общались? Да, лично общались. Не визуально, скажем так, не при прямом контакте, а в телефонном режиме мы общались. Ну и вот так вот общение, что, вот какие у вас впечатления произвело это общение? Суть, это кадровые военные. Это кадровые военные. Я думаю, что как люди, окончившие учебное заведение того типа советского, как люди, впитавшие в себя какую-то определенную этику, мораль того времени, они еще часть всего этого где-то в себе глубоко сохранили. Но просто сейчас, находясь под давлением всех обстоятельств, военные люди предпочитают забыть о том, что они военные, что они офицеры. Что они начинают играть уже в политическую конъюнктуру. Они уже начинают оглядываться, они уже достигли каких-то высот, когда приходится опасаться не только, скажем так, прямого начальства по линии иерархии, но еще и каких-то политических аспектов. Это вот как вот эти ребята, которые там, Купол, остальные, которые тогда еще с Моторолой общались. Они пока шли жесткие, когда было больше войны, но меньше политики, тогда у них адекватности было больше. Тогда они рассуждали более такими какими-то гуманистическими категориями. Они думали о сохранности личного состава, они беспокоились теми потерями, которые они несли в ходе наших боестолкновений. Первый наш с ним разговор состоялся примерно в таком режиме. Ну, может быть, хватит уже, потому что уже по 150 гробов в неделю мы отправляем. А ведь тогда это как раз характеризует режим вот настоящей войны. Когда нас никто не сдерживал, мы, зная места дислокации противника, могли выгнать БМ-21, накрыть площади. И потери они несли не в пример больше, чем они несут сейчас. Но это в том числе их отрезвляло. Это отрезвляло не только командиров, скажем так, даже крупных соединений на местах, но это отрезвляло и украинских политиков, потому что проглотить такое количество смертей, которые распространяются по всей Украине, гробы ведь они во все города и веси уходят. И, естественно, это вызывает, как вот в истории с американцами и вьетнамцами. То есть мощная протестная волна, которая возникла в Америке, она, собственно говоря, и привела к тому, что они вынуждены были убраться из Вьетнама. Так и здесь. Угроза того, что Украина станет на дыбы, она была, ну, такая, достаточно ощутимая. И, может быть, додавим мы в тот момент как-то ситуацию, то уже, наверное, и мы забыли про эту войну, уже бы восстановили все разрушенные объекты инфраструктуры. Но поскольку мы сейчас перевели войну в тот режим, когда она, в принципе, терпима, большая часть Украины там, на удалении 50-70 километров от линии фронта уже не думает о войне, не чувствует эту войну. Иногда только какие-то там скорые помощи едут в направлении центров, так сказать, в виде Харькова и везут
квалифицированным медикам в руки какие-нибудь тела там поврежденные здесь, на линии фронта. Просто мы сами себя сейчас вот в таком режиме держим. У нас-то любые обстоятельства, которые складываются на линии фронта, они сразу же резонируют, потому что территория маленькая. Там. Мы не можем удалиться. Даже если мы будем стоять спиной к российской границе, у ее непосредственной близости, все равно мы будем чувствовать эхо войны. Потому что люди вот отмечают, что находишься в центре, все равно слышишь канонаду. А где-нибудь в Днепропетровской области такого уже нет. И они о войне не знают, и поэтому они с радостью там поддерживают, скандируют что-то. А тогда было по-другому. А возвращаясь к конкретному противостоянию с частью воинской Микоца, да, в те годы, кто кого, можно сказать? Ну, слушайте, если мы далеко не продвинулись, значит, можно сказать, что мы, так сказать, остались каждый при своих. У нас были какие-то такие прорывные моменты. Ну, например, когда мы выбили весь Инават, они просто к этому не готовы были. Они не успели закрепиться, они не успели среагировать, потому что мы понимали значение для нас потери этого города. И, соответственно, быстро на коленке сверстали мероприятия, отработали. Когда первый раз принимал решение об открытии огня артиллерийского по нашему собственному населенному пункту, это, конечно, было тяжелое решение, это самые такие драматические минуты. Но, я не знаю, Господь управил, что даже задействовав, мы вынуждены были задействовать БМ-21, да, РСы, потому что у нас просто артиллерийских снарядов не было на тот момент. И мы вынуждены были накрыть центр города, если виновата, и слава богу, кроме жилого фонда никто не пострадал, ни один человек. То есть мы операцию провернули настолько быстро, что противник не успел опомниться, но потом начался для нас какой-то степени ад. Потому что они потом 2 недели, они же уже успели протрубить, что они заняли Ясиноватую по всем каналам, Порошенко заявил, а потом они пытались, так сказать, ситуацию восстановить, но не получилось. Потом у нас было разрезание, так сказать, порядков этих украинских сил, включая и эту бригаду, на участке Ясиноватая-Горловка, где мы просто разделили пополам всю эту группировку, и та часть, которая оказалась у нас как в кольце, в котле, вынуждена была уходить через Дебальцево, там, по оценкам, от 3 до 5 тысяч человек. То есть, в принципе, там приличные были силы, но они тоже на тот момент были дезорганизованы, отчасти деморализованы, они серьезного сопротивления не оказывали. Но у нас были локальные стычки на отдельных участках, именно когда мы бодались за отдельные позиции. И это происходило с переменным успехом. И в итоге некоторые позиции оставались в их руках, они нас выбивали. У нас была позиция, например, Венствол, которая дважды переходила из рук в руки. Мы теряли наших людей, там крайняя наша потеря, там 12 человек. Но из этих 12 человек был убит только один, которого не заподозрили в том, что он снайпер. И его задушили телефонным проводом, избили. Замучили парня, но 11 человек они нам потом отдали тут же, без вот этих всех долгих там тягомотин в виде обменов. И только благодаря тому, что у нас был какой-то прямой контакт. Мы связались, и в тот же вечер мы забрали своих ребят. Потом, точно так же, когда мы освобождали Красный Партизан, мы захватили их позиции, и у нас примерно такое же сопоставимое количество людей оказалось. И мы сделали, так сказать, ответный жест в их сторону, отдали этих людей. То есть, ну, тогда война вообще характеризовалась какими-то такими довольно странными сопровождающими такими какими-то характеристиками. Потому что мы, с одной стороны, воевали бескомпромиссно, не щадили друг друга, но с другой стороны, присутствовал какой-то элемент джентльменства. То есть мы могли о чем-то говорить, мы могли разговаривать, мы могли давать слово и держать слово. У нас был даже эпизод, когда мы выбили части этой бригады, которую командовал Микоц, с наших внутренних районов, это несколько населенных пунктов, Лебяжье, включая Пантелеймоновку, Красный Партизан, и отступающие там бойцы из его бригады там закопали на кладбище несколько автоматов, бежали, просто бежали. И через время он сам лично выходил на нас и просил, чтобы мы, так сказать, нашли эти автоматы, вернули им, для того, чтобы он мог уволить их людей, потому что это штабельное оружие, которое за ними числится. Но поскольку мы не знали, где конкретно эти автоматы были закопаны, мы через линию соприкосновения пропустили 2 из этой группы, которая уходила. Они нашли эти автоматы, но нам это железо не нужно было, у нас своего было в избытке. Но вот этот жест, который был продемонстрирован, он дорогого в каком-то смысле стоил. Потому что мы же тогда еще не потеряли надежды на то, что мы сможем в конце концов начать разговаривать. И вот сентябрьское перемирие, оно стало следствием во многом вот этой вот системы взаимоотношений, которая тогда была в разгар боев. И сентябрьское перемирие как раз-таки отличалось от этого нынешнего псевдоперемирия. Тогда люди могли ездить спокойно по линии фронта, по трассе,
и не бояться, что с той или иной стороны прилетит пуля. То есть это вот настолько было тогда жестко, все претерпели достаточно, намяли друг другу бока, потеряли большое количество людей, но если мы за эти 3 месяца, батальон «Восток» потерял больше 220 человек в разгар именно боев на этих участках. То есть это были серьезные потери. И потери были еще больше, потому что они в основном работали в режиме наступления. А в режиме наступления потери всегда как минимум втрое больше. То есть, соответственно, мы друг друга попробовали на прочность, поняли, что ну, у нас не хватает ресурсов двигаться вперед. Но и у них нет возможности, потому что мы использовали городские агломерации. Линию фронта формировали в основном, так сказать, по границам городов, населенным пунктам. То есть мы навязывали режим ведения войны в условиях города, что для них было неприемлемо. Ну, то есть тогда это вот так. Об этом можно долго разговаривать. Но таких прецедентов было достаточно. И это была норма на всех участках фронта. Когда мы теряем людей. Вот мы в город на нашем же участке по направлению Красноармейска, Песок, мы пропустили 3 танка, они прорвались практически в один из близких к центру районов. И могли бы тут дел натворить, они, конечно, на ажиотаже, на адреналине прорвались, без прикрытия, без сопровождения пехоты. Ну, мы, естественно, поразили технику, а потом, когда мы потеряли своих ребят, мы произвели там обмен танкистов на тела наших ребят, и мы вывозили из-под Песок. То есть это постоянно, это норма войны, никуда ты этого не денешься. И с противником, как ни странно, приходится разговаривать. Ну, к тому же, был сформирован этот СЦКК тогда, который возглавлял генерал-лейтенант Линцов, который был зам главкома сухопутных войск Российской Федерации. Они тоже настаивали на том, чтобы между командирами батальонов, так сказать, наших и противника, выстраивалась какая-то прямая связь. Потому что если нужно установить жесткое перемирие на тех или иных участках, всегда это проще делать, когда между собой сами комбаты договариваются. Потому что они тогда отвечают за свои слова. Здесь элемент политики убирается напрочь. Здесь слово против слова. Но насколько практика показывает, что перемирие, по большому счету, нет такого дня, чтобы соблюдалось в полной мере, особенно с украинской стороны? Сейчас да. Просто все поменялось. Просто видите, я рассуждаю о том периоде, когда он был наименее политизирован. Политика была где-то в верхах, а здесь на месте происходили обычные боевые действия между воюющими сторонами, которые меньше всего руководствовались политикой, хотя где-то там мотивированы были этой политикой. Но в то же время, в первую очередь, всех интересовал результат на линии фронта. И их, и нас. Но, тем не менее, вот когда были такие прецеденты, когда мы являли это, так сказать, благородство или джентльменство, все равно это говорило о том, что, как ничто другое, это свидетельствовало о том, что все-таки мы одинаковые были тогда. И мы на одном языке говорили, мы там смотрели на вещи одинаковыми глазами. И, конечно, человек и солдат для нас был не последнее такое значение имело. И они переживали за своих солдат, и они тоже не до конца понимали, что происходит. А у нас в связи с этим был хоть какой-то символический шанс, что мы все-таки сумеем как-то украинскую армию, ну, наверное, как-то дезактивировать. Потому что они же должны были рано или поздно осознать, что то, в чем они участвуют по вине политиков, это совсем не то, ради чего, собственно говоря, их Родина учила в свое время. И такой шанс был. А сейчас превалирует политика. Сейчас военные обстоятельства, они отошли на 10-й план. А в первую очередь политика, мы все подыгрываем, мы просто как тот, скажем так, фоновый оркестр, который создает там определенную, так сказать, закадровую музыку.